Энергетики полностью восстановили подачу электричества в населенные пункты, которые оказались обесточены в результате сильных снегопадов. Как и планировалось, работы закончились к вечеру. Мобильная группировка была усилена до 28 бригад численностью свыше 120 человек. Напомню, мобильный снегопад рано утром накрыл Поддорский, Старорусский, Демянский, Крестецкий и Акуловский районы. Была нарушена работа 12 воздушных линий электропередач. Отключений социально значимых объектов не происходило. Тем не менее, в Новгородэнерго и главном управлении МЧС пока сохраняется режим повышенной готовности. Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки. О случаях отсутствия электроснабжения можно сообщить по круглосуточному телефону горячей линии МРСК Северо-Запада 8 800 333 02 52.